Вот при Сагентаеве говорили, что пусть придет алматинец. Мы же знаем, какие алматинцы привередливые, да? Вот, ну пришел алматинец, и толку-то? Мне кажется, вообще нужен на пост акима, по крайней мере, мы сейчас говорим об этой должности, сирота и холостяк, или незамужняя женщина, без родственников, без связей. Вот, да и то друзьями обрастет. Что касается Дусаева, я думаю, что, во-первых, Токаев вряд ли его уберет, потому что, ну, слишком короткая каденция получится, ну, сколько он, полтора года всего лишь, да? И даже если уберет, что это принципиально изменит? Что перестанут бордюры менять новые на новые –